красные лошадки. С рожками, которые я себе примолот. Медведи обещаны, два штуки. Кстати, медведи были, олени тоже. Нарисованы, очень круто. Понравилась организация, что мы были в комфортной маршрутке, а не в огромном неоплановском автобусе. И раньше всех. И раньше всех вы успели попасть на все важные моменты, да, в том числе да, столовку. Главное, первыми. Мы стояли в очереди. Были везде самые первые. От тура впечатление такое, как будто бы вот вернулся в Союз, вот тот, в котором не жил. Да, и не хочется туда возвращаться, и прекрасно сохранилось все, вот шикарно. За исключением деревьев, да? Отдельная благодарность гидам, которые отвечали на все вопросы, и еще намного больше информации получили, особенности от Припяти, о ЧАЭС, о людях, которые работали на ЧАЭС, очень классно. Три-четыре. Спасибо!